Так, друзья мои, ну, значит, у меня в любой момент может сесть батарейка. Значит, вот смотрите, какая сейчас у нас ситуация. Вот я налила компот в маленькие баночки, положила туда, значит, в одну свежую уксусную матку, а в другую положила ту уксусную матку, которая дала мне, как бы, дочку. Вот это, то есть это, можно сказать, мама и дочка. Такой эксперимент. То есть может ли мама второй раз родить мне уксусную матку, такую же дочку. Вот. Значит, смотрите, что у нас получается. Вот я процедила весь уксус, который у меня был вот в этих двух, да, желтенький такой, как вы помните, вот сюда, вот в темную бутылку. Значит, сюда, вот в эту большую я нацедила то, что у меня было в трехлитровой. Вот у меня еще осталось то, что в трехлитровой. В руках у меня уксусная матка, которая была, это самая старая у меня, старинная, самая старинная уксусная матка. Значит, я ее отмыла вот здесь в воде от остатков, вот яблочных остатков. Вот, как вы помните из предыдущего видео, здесь у меня был настоящее яблоко. Значит, И вот смотрите, значит, что я хочу, для чего я включила сейчас камеру, чтобы показать вам. Вот видите, вот эта уксусная матка, и вот она дает еще одну уксусную матку. То есть вот. Ну, кстати говоря, она почему-то вот не очень-то отслаивается сейчас пока. То есть она где-то прилеплена. Или, может быть, я ее просто плохо помыла. В общем, суть в том, что у меня вот эта вот старая матка, она самая плотная. Самая плотная. То есть это та матка, которая у меня осталась от первоначального закваса уксусного, летнего. То, что я делала летом. Значит, летом, когда я делала по такому рецепту, который я вам сброшу в описании. Значит, это на советском радио, канал советское, или гостелерадио. Там передача «Мой сад» такая. Там женщина рассказывает про уксус. Вот видите, вот тут вот отслаивается эта матка. Я думаю, что если я сейчас положу еще раз в уксус, вот это, оно полностью как бы родит эту матку и отслоится. У меня будет еще. Значит, вот смотрите, я наложила одну уксусную матку кругленькую на рану. А, значит, две разложила сюда. И вот у меня, да, еще одну молодую матку я положила в свежий уксус. Это матка не та, которая, на которой она заквасилась изначально. Вот это, на этой изначальной матке она заквасилась. Вот этот уксус. Значит, что мы... Вот у меня задача. Что я буду делать еще вот с этой? Значит, у меня есть еще уксус такой, не совсем дозрелый. Значит, я, наверное, налью все-таки в трехлитровую банку обратно. Вот это небольшое количество. И положу туда вот эту мою материнскую. Потому что она, видите, по размеру такая. Мне не хочется ее сейчас дробить. У меня сейчас не приходит в голову, на что мне еще эту матку материнскую использовать. Да? А вот эти вот две, ну, попробуем, значит, полечить суставы на коленях. Значит, у меня есть немного избыточный вес, как я думаю, при моем росте. И всегда есть нагрузка на... суставы. Да? Я попробую тогда уж полечить суставы вот этой, да, то есть рану, значит, это первый эксперимент, суставы, второй эксперимент. Вот. Ну, до следующего видео, друзья.